Спартак – это клуб, который должен бороться всегда за чемпионство. Он нас к этому приучил. Это не мы требуем. Поэтому и руководители должны понимать, что здесь эксперименты не подойдут. Владимир, правильно, что будь вы на месте руководства «Спартака», этой зимой вы бы убрали? Я бы его не брал просто, если был бы на месте руководителя «Спартака». Угу. Но как я могу экспериментировать с топ-клубом? Неправильно. Почему так происходит в «Спартаке»? Вот из года в год мы говорим, что вот им нужно становиться чемпионами, много разговоров. Я не знаю, я был сам в этой команде и не понимал долгое время, что происходит. Вот этот чехарда с тренерами, да, одни, вторые, потому что нет единого коллектива, да, нет одной лодки, где все бы, да, руководители, игроки и все остальные ехали там спокойно себе к главной цели. Всегда какие-то препятствия.